Здравствуйте всем. Ежедневные влоги, конечно же, продолжаются в любой ситуации. Сегодня день начался вроде бы так нормально, всех поздравил. Но на прогулке что-то пошло не так. И как говорится, у палочного гипс. Гипса пока нет, но завтра посмотрим. Но боли адские. Чеканок, привет тебе еще раз. Боль в коленях еще та штука. Я просто до сих пор не могу понять, как это произошло. Но дело сделано. Что бы там ни было, каждый день все равно будет хоть какое-то видео. Да. Пусть это будет не 30 минут, как последний день я вас баловал, 40 минут. Но на минутку-полторы покажусь. Хотел, если честно, через часа два запустить стрим. К сожалению, боли в правой руке усилились. И у меня нет сил даже с мышкой работать. Так что на днях, как станет лучше, обязательно включу стрим, хотя бы включу, может быть, левой рукой, чтобы просто пообщаться. Сейчас пока не знаю, как будет дальше. Завтра будет видно, как я схожу до доктора, но сейчас очень тяжело. Мне даже нет сил в правой руке держать мобильный телефон. Спасибо всем за поздравления. Поздравляю еще всех раз с таким святым днем, как Пасха. Христос воскрес. Пусть все будет хорошо. Оно должно быть только хорошо. Никак иначе. Ну, а я, конечно же, в свою очередь, как и обещал, контент будет. Без разницы, я буду стараться, ну, хотя бы так. Как-нибудь будем это делать. Еще одна маленькая новость, которая меня удивила. Все мне говорили, что на 500 будет ссылочка на сообщество, то есть комьюнити, будет папка открыта, где можно будет что-то постить. И это очень круто. Вчера я сделал первый пост, где-то 21 час назад. И кроме этого, у меня еще загорелась вкладочка «Стрим». Я понимаю, что мне можно будет впредь делать стрим именно с телефона, с мобильного. Если это так, то я думаю, в дальнейшем кое-что испробовать. Остаемся с нами. Всем рад за поддержку, такую колоссальную писал. Я там в сообществе еще раз повторюсь. Только вы продвигаете канал, делаете этот контент, продвигаете видео, делаете репосты, комментарии. Лайк там, я не знаю, кто как может, просмотры, это все как-то влияет каким-то образом, и меня это радует. Я не ожидал, что будет именно так быстро происходить. Ну, то есть, в плане того, что я человек как бы не публичный, ну, я имею в виду публично, не какой-то там VIP, как некоторые, которые делают канал, у них там в течение 2 недель миллион. Нет, мы просто нормальные рабочие люди, как ты и я, которые передвигаются, делают что-то и показывают это, делятся с вами. Именно я это и хотел показать, как мы здесь живем, как мы передвигаемся, какие посещаем парки, зоопарки, путешествуем, ремонт и все, что связано с этим. Иногда, как вы видели, я еще и готовлю, так что что-то будет с кухней связано, контент тоже будет мельками, конечно, здесь показываться, это точно. Даже очень скоро еще один будет. Всем огромнейшее спасибо за вашу, именно вот эту поддержку. И чтобы не пропустить, конечно же, напоминаю про колокольчик. Это, я думаю, ну, иногда бывает, YouTube не оповещает, колокольчик должен включенный. Да, все будет супер. Я как выкарабкаюсь, у меня уже язык заплетается. Будет намного больше контента, я вам обещаю.
еще много чего я хотел сделать, но у меня, к сожалению, только две руки, и то сейчас одна из них не в состоянии даже передвигать компьютерную мышку, так что пока именно так. Как она будет в состоянии, то обязательно запустим стрим и продолжим, где мы остановились. Продолжение следует.